полицейский патруль снова на страже. Всем привет, друзья, с вами спикер, и мы в полицейском патруле. Сегодня можем взять напарника, уже такую миленькую собачку, но сегодня пускай останется полицейским участке. Хорошо, друзья, у нас есть новые события, поставил 9 новых событий и установил 3 новые тачки. Сделал под свой стиль, и давайте, друзья, оценим и посмотрим. У нас появился УАЗик, у нас появился вот такой офигенный Порш и Mercedes-Benz. Эх ты да, сделал под свой стиль, даже УАЗика сделал, наверное, знаки, как видите. Хорошо, друзья, все возьмем, наверное, УАЗик и прокатимся уже на УАЗике. И посмотрим, как уже четырехместный такой, посмотрим из кабины. Из кабины посмотрим, ух, какой обзорчик, такой реально большой. И 4 места, даже 5 мест есть. Хорошо, проверим сирены. У нас есть сирена, у нас есть вот такие шипы, которые выпускаются, и 9 новых событий. Хорошо, друзья, посмотрим уже все по порядку, что у нас есть. У нас событие прогресс, хорошо, пускай на разминке будет у нас прогресс. И маленько погоняем. Посмотрим, как УАЗик уже справится. Полицейский патруль уже. О, так можно даже, ух, хо-хо, пролетели красиво, прям, даже вижу, поехало. Вот тоже первый экшен, ну-ка давай, прям на колесике. Прям на колесике, чудесно. Да, УАЗик сразу проверили, просто... Реально круто летает. Я думаю, машинка будет как-то переворачиваться, потому что она очень высокая. Их, жесть. Вот это да. Тачка мне очень понравилась, можно останется в моей GTA-шке навсегда. Ребята, проезжайте. А вот наш преступник уже. А у нас погоня. Ну-ка, остановится полицейский патруль, прижаться к обочине. Слушайте, он довольно такой маневренный УАЗик у нас. Он реально очень тяжелый, сможем таранить. Хорошо, вдвоем уже с напарником справимся. Вот так маленько зажмем его. Можно... Ух, он притормознул чуток. Все, блокируем, блокируем уже, полицейские патрули, выходите, ребята, там их двое всего лишь, всего два преступника, сейчас мы арестуем. Так, выходим, полицейские патрули, выйти из тачки уже, вытаскивай уже, скорее вытаскивай свою задницу. Так, одну вытащили, можно же вручную, нет, взять дубинку можно, так, можно есть фонарик, у нас появился фонарик, вот это что-то новенькое. Огнетушитель, какой черт, бегом уже, стоять, полицейский патруль, так, берешь этого, я пошел второго, там, походу, у нас красотка, ну, у нас уже бежит, сейчас догоним его. Так, ты куда бежишь? Это пока другой уже напарник. Другой напарник, а, вижу. Давай по ногам. Полицейский патруль. Стоять на месте уже. Так, потерял кровь. Чуток потерял кровь. Остановись. Все, остановился. Окейшки, того напарника взяли уже. Этого тоже берем уже. То есть того преступника уже. Напарник, ты помогать будешь? Куда пошел? Полицейский патруль. Стоять на месте. Харри в землю уже. Мы уже берем, у нас 9 новых событий, друзья. Ограбление банком и даже угон автобусов тюремного. Это будет довольно интересно. Хорошо, мы его арестовываем. Все, одели уже наручники и пойдем уже посадим УАЗик. Если что, конечно, отвезем. Если будет много преступников, мы будем отвозить уже в тюрьму их. Так, я не вижу наш УАЗик. Куда? А, вон, вижу в кустиках. Все нормально, ребята. Такая новая форма. Реально, какая-то новая черная форма, либо синяя. Хорошо, пойдем тебя посадим. Второго преступника арестовали, и он должен стоять на месте. Можно... Куда он делся-то? Так, мы открыли двери. Да, открыли двери, вижу, дверь открылась, и чувак нас садится. Хорошо, что у нас есть сегодня еще, посмотрим. Так, сел, да, он сел в другое место. Так, выключим сиренки и прокатимся. Может, хотя и отвезти в тюрьму его. Хорошо, пускай уже посмотрим, как полицейский патруль работает. И посмотрим, у нас есть GTA, угон автомобиля. Ну, в принципе, можно тоже прокатиться уже. У нас есть шипы, будем использовать, конечно, шипы. Включаем сирены. Ребята, погнали за мной, у нас там угон автомобиля уже. И посмотрим, как справится сегодня УАЗик уже на полицейском патруле. Так, вижу, где-то он поехал уже за город. Он прямо на шоссе выезжает. У нас есть еще мод на дрифт, можем маленько подрифтить. А, секундочку, я не включил мод на дрифт. Вот я включил, и можем даже маленько подрифтить на УАЗике. Как смотрится дрифт на УАЗ? Мне довольно же интересно стало. Ух ты, да, довольно неплохо. Да, сирена, кстати, очень хорошо работает. У нас повреждение модельки очень найсово. И наш преступник поехал уже, съехал с дороги-то. Тут довольно быстро уезжает. У нас как-то очень много медведев разошлось-то. Даже маленько в текстурку входит. Хорошо, нашего преступника сейчас догоним, как-то быстро уезжает. Мы, в принципе, только в одного вызываем вертушку. Мне нужна всего лишь одна вертушка. Ребята, свернули. Очень быстренько свернули. Ну-ка, вдогонку. Что там у нас за машина, даже не знаю. Как-то очень быстро перемещается. Полицейский патруль, стоять на месте. Так, он разворачивается. Стоим, бом. Так, задний ход, прижимаем. Да, походу, у нас красотка, сейчас прижмем ее. Стой на месте, полицейский патруль нас еще прижали. Так, выходим, все, сделали уже свое дело. И выходим, вытаскивай свою задницу уже. У нас, походу, какой-то хиппи. Полицейский патруль стоит на месте. Вытаскивай скорее уже, вот так, по морде. Прямо на капот ее. Да, я наверх залезу. Давай, чувак, арестовывай ее. Я ее вытащил, ты ее арестовываешь. Нам нужен пистолет. Да, ее арестуют сами, хотя можем сами арестовать. Нажимаем Е и сами арестовываем. Все, чувак, едь отсюда. Ты мне больше не нужен.
Ну, хотя пускай он сам. Хорошо, он сам арестует, мы уже поедем дальше. Мне хочется посмотреть новые события уже. Ограбление банков и угон тюремного автобуса. Ну да, он арестован. Диспетчер, дай-ка мне новое задание, только гораздо поинтереснее и посерьезнее. У нас есть новое задание, мы уже подтверждаем. И поехали по желтой отметке. Ну хорошо, включаем сирены, чтобы нам уступали машины, хотя у нас машин даже нету. Это что такое интересное? За постройка. Так, 600 метров до отметочки. Хорошо, поехали, у нас новое событие, у нас желтые отметки. И что нам нужно сделать, друзья, сейчас мы посмотрим. И напишите в комментариях, сколько по длительности нужно делать полицейский патруль. Мне кажется, достаточно 15 минут, чтобы серию выпускал гораздо почаще. Так, вижу отметка. Отметка есть, подъезжаем уже. Нужно, конечно, быть очень бдительным. И в следующих сериях будет у нас уже напарник, у нас будет собака. И можно взять даже человека, так кажется, с правой стороны. Что у нас происходит? Ох, у нас, походу, воришка. Ну-ка, стоям бы, воришка, стой на месте. Полицейский патруль, стой на месте. Брось пушку. Есть пушка. Ух ты, у нас реально воры, друзья. Так, хорошо, у нас уже догон начинается. А у нас уже погоня. Стоять на месте. Нажимаем Е. Он на земельку. Хорошо, догоняем другого уже. Он пошел в гору. Ну-ка, вызываем патруль. Пусть ребята подъедут. Походу, ребята уже подъехали. А мы бежим за преступником. Полицейский патруль стоит на месте. Прям по заднице. Хо-хо. Так, окейшки, мы успели. Успели догнать. А другого преступника, кажется, уже арестовывают. Даже не вижу. Отметку вижу. Ребята подбегает, мы его арестовываем. Нажимаем Е, давай-ка, арестовывай. Как-то маленько в текстурку вошел. Так, хорошо, пускай ребята сами арестуют. Как-то не могу сквозь текстурку. Он как-то появляется, то ли выше, то ли ниже. Нет, все-таки посмотрим. Хорошо, пускай ребята арестуют, мы, в принципе, его догнали, и все. А где наш второй? Кажется, убегает, друзья. Сейчас посмотрим. Нет, не убегает, он уже на месте стоит. Не вижу, на карте вроде вижу, а визуально не вижу. Сейчас подъедем и посмотрим. Кажется, его уже арестовывают. Так, чувака арестовывают, да, арестовывают. И второй у нас, кажется, вдогонка где-то. Отметка у нас испарилась. Хорошо, отметка у нас исчезла, значит, его, видимо, арестовали. Хорошо, друзья, что у нас есть еще сегодня? Мне нужно реально новые события и что-то реально такое интересное. Мне нужен полный экшен. Так, у нас есть гольф-машинка. Проскочил. Проскочили, нам нужно гольф-машинка, это не то. Полицейский байк. Ну, погнали уже. Полицейский байк, угон полицейского байка. Включаем сирену уже, где-то прямо возле полицейского участка. Ну, в принципе, все понятно. Полицейский участок, значит, полицейский байк. И вот наш байк, друзья. Ух ты! Как его сбили-то? Довольно быстро. Мы же полицейский патруль. Ну что, чувак, нарушаешь? О, куда побежал-то? Прям по задницам. Сами разберемся, вызывать никого не будем. Сколько крови потерял-то? Стой на месте. Полицейский патруль. Руки в гору, хари в землю. Так, окейшки, байк на месте. Байк на месте, мы его арестовываем. Как даже маленький трясется. Нет, все нормально, арестовываем. Все это нормально. Все-таки хочется посмотреть новые события. Он красотка. Походу, она его заберет. Пойдем, я тебя посажу в тачку. Можно отвезти. Тут, в принципе, тюрьма неподалеку. А мы посмотрим сразу очередные события. А у нас есть... Ух, что-то даже интересно. Хорошо, мы подтверждаем. У нас спасение отметки довольно как далеко. Так, чувака посадили. Да, открыли двери и уже поехали. Отметка у нас довольно далеко. Сейчас подъедем, друзья, и разберемся. Всего же 1 километр. Давай-ка быстрее садись уже. Так, кишки он съел. Поехали. Сирену мы включили, можем посадить в тюрьму. У нас всего лишь 1 километр, у нас нет никаких времени. Значит, может быть, и не торопиться доехать по синей отметке. И посмотрим, что у нас новые события. 800 метров до нее. А сирена у нас меняется? Да, сирена меняется, у нас УАЗик набирает скорость, 240 даже набирает. Вот это скорость, конечно. Так, нужно налево. Тормозим, успел. И по синей отметке, что у нас новые события. Сейчас посмотрим, там и красная отметка еще. Смотрит, летает. Все нормально, тут проскочим. И там какой-то там фургончик стоит. Фургончик и чувак стоит. В чем проблемка? Угон, что ли? Да, угон, походу, альф-патруля. Хо-хо, нормальная красотка вытащила и решила накостылять. Кажется, с молотком. Брось оружие. Полицейский патруль. Реально с молотком уже. Подальше молоток. Так, ты кто такой? Походу же преступник. Это, походу, напарник. Ну-ка, стоям, да. Прям по ногам. Ребята вооружены и очень опасны. Значит, можно стрелять. Тоже с молотком. Брось молоток. Нас маленько сбили. Стой на месте, куда решил поехать? Трактор чуть проехал по нам, трактор. Чувак, тормози. Арестовый, он твой уже. Да, у нас такое интересное событие. Ребята с молотком решили просто навалять копам уже. Хорошо, поехали дальше. У нас, да, его надевают наручники и отвезут в тюрьму. У нас есть один уже в тачке. Хорошо, ребята арестовывают. Выключим сиренки, прокатимся, посмотрим.
Да, уже стоит в наручниках, и его ведут уже. Хорошо, друзья, что у нас есть сегодня еще? Диспетчер. Ох, угон танкера. О, это тоже новенькое что-то. Хорошо, поехали, у нас угон танкера. И уже подтверждаем. Включаем сирены. Нам нужно подняться выше. Мы проедем прямо под мостом. Нужно как-то подняться выше. Танкер едет прям, можно свернуть здесь. Только свернем. Надеюсь, не будет коров, и коровок мы не собьем. Танкер пока стоит на месте. Да, отметка стоит на месте, значит, ждет нас. Ух ты, жесть. Ой, прям на крыше. Ну-ка, давай-ка переворачиваемся. У УАЗика даже есть вмятины и даже есть грязь. Вот эта моделька. Да, моделька очень хорошая. И проехали ее скотчем здесь. Так, вижу, событие уже разворачивается. Угон танкера. Реально танкер. Наш преступник убегает уже. Поход маленько сдрейфил. Хорошо, мы тоже вдогонку. Мы берем шокер. Ох, рысь. Дикая рысь на, прям на преступника. Давай-ка шокером. Не слишком далеко. Чуть-чуть ближе. Полицейский патруль прижаться к обочине, свою задницу. Вот всем. Так, выйдем уже, возьмем такой дробовичок и просто реально как круто пойдем. Полицейский патруль стоит на месте. Все нормально. Давай арестуем. Так, давай, хорошо, арестовывай ты, он твой уже, а мы уже поедем дальше. Хочется все-таки больше событий сделать в серии и посмотреть, конечно, в ночной полицейский патруль. Если, конечно, мы доживем до этого. Так, вижу, УАЗик маленький у нас повредился. Сейчас мы починим его, буквально чуток профиксим. Хотя не стоит. Да, пускай так и останется. Посмотрим уже новые события. Так, чувак арестовывает? Нет, как-то не арестовывает. Ну-ка, секундочку, мы все-таки должны его арестовать. А он у нас просто на земельке валяется. Так, он улегся, и мы нажимаем Е и одеваем наручники. У нас уже два преступника в тачке. Все, подняли. Пойдем со мной. Какой ты худощавый-то. Так, открываем дверь. Да, открылась дверь. Чувак, садись уже. Что он, друзья, у нас есть еще? Угон гольф-машинки. Это у нас в городе. Ограбление банка тоже в городе. Хорошо, у нас угон танкера снова же. А где отметка? Не вижу. А вижу далеко. Хотя нет, вижу. Чувак ко мне не сел, даже не знаю почему. Хорошо, угон танкера. Надеюсь, он будет уже в движении. И уже сможем устроить маленькую перестрелку. Так, отметку. Я отметку вижу, в принципе. А хотя нет, не вижу, друзья. По отметке я его не вижу. Так, чувак у меня появился внутри. А отметки танкера я не вижу. Хорошо, давай-ка другое задание. Гольф-машинка у нас прогрессик прямо наверху. Слишком далеко как-то. А, угон автобуса. О, рядышком, поехали. Диспетчер, спасибо за хорошее задание. Угон автобуса. Это тоже довольно интересно. У нас автобус довольно массовый. И остановить его довольно сложно. Ух, прям по трассе. Вот это прокатимся. Так, вижу автобус. Так, вижу автобус. Нужно как-то съехать вниз нам. Нужно как-то эпично слететь вниз. Ах, у нас там поворотик. А нет, ходи, у тебя будет поворот, может спуститься вот здесь уже. Угон автобуса себя довольно интересно. Потому что остановить его довольно сложно. Так, проскочим. Полицейский патруль уже на подходе. И сейчас будем брать автобус. Даже не знаю, как его брать. Ну хорошо, вызываем, наверное, побольше машинок. У нас будет эпичная погоня уже против автобуса. Вижу, уже маленький бампер болтается у нас. Ну что, огонь по колесам. Хо-хо. Автобус стоит на месте. Придется к обочине, полицейский патруль. Ребята приехали. Так, прижимайся. Ух, слушай, реально таранит. Там еще есть пассажиры. Один есть пассажир. Хорошо, давай-ка все колесики. Можем даже использовать шипы, друзья. Ну-ка, давай подъезжаем и используем шипы. Вот таким макаром. И все, он уже реально без колес остался. Можно даже выйти вперед уже и просто... Ну-ка, друзья, давайте так и сделаем. Мы едем вперед уже, блокируем его дорогу. И выходим быстренько. Нет, не успел выйти, конечно. Ух, слушай, реально таранит. Автобус ровный как танк. О, как у нас несет-то. Реально уже без колес чувак остался, без задних, без передних. Потому что сработали хорошие шипы. Можно, конечно, его просто убить. Хотя можно использовать шокер. Нет, походу промахнулся. Ну, включим от первого. От первого, конечно, удобнее будет. Чувак, тормози. Полицейский патруль стоит на месте. Прижаться к обочине. Шоколадный мальчик какой-то. Промахнулся снова. Ну-ка, замедляем время. Замедляем время и прицеливаем. Прицельный огонь. Нет, нужно чуть ниже. Я не могу прицелиться чуть ниже, конечно. Вот так, буквально долю секунды не успел я. Так, хорошо, мы прижимаем его. Прижимаем к обочине. Надеюсь, куда-то врежется он. Прижимай, прижимайся. О, как его закрутило-то. Прям бочком закрутило-то. Автобус, конечно, против УАЗика это не то. Мы уже реально встали поперек. О, у нас реально тащит. Скорость у нас 50 км в час. Как ездят поезда, друзья. Жесть. Как его все-таки остановить, даже не знаю. Хорошо, берем оружие, возможно, испугается. И ведем уже огонь. Он как-то не очень-то и боится. Ребята, где ж вы находитесь? Меня тут тащит, уже автобус проехал по штата. Вызываем побольше патруля. И вызываем, конечно, вертушку. Можно, конечно, и боевушку, толку от нее не будет. Так, и задний ход. Задний ход. А хотя есть возможность. Ну-ка, давайте. А, задний ход у нас практически появилась идейка. Сейчас мы сделаем это очень красиво. Сейчас проедем чуть вперед. Сделаем маленький разворот.
Ну что, делаем разворот. Вот такой резкий разворотик. Едем уже задом. Едем задом, замедляем время. И уже с помощью шокера, друзья. Ну-ка, маленько чуть правее. Ух ты, да, как развернул ты нас. Промахнулся все-таки. Идейка была, конечно, очень интересная. Хорошо, можно, конечно, с помощью уже оружия. О, да, то, что нужно. Хо-хо-хо. Все-таки его скинули вместе с нами, конечно. Чувак, кажется, уже выходит. Там, слышу, что-то орет баба еще. Да, чувака берут, слушай, довольно погода интересная была. Автобус просто уже без колес весь расстрелянный. И чувака берут. Хорошо, поехали дальше. Диспетчер, дай ко мне новое задание. Мне нужно реально крутое задание. У нас гольф-машинка. Как его очень часто угоняют гольф-машинки. Хорошо, у нас есть радио. Ну-ка, поехали уже посмотрим, что это у нас за новые события. Новые события, дайте проеду. Вот так аккуратненько проедем. У нас что-то на пляже происходит. Сейчас подъедем и посмотрим. Нам нужно найти какую-то машинку. Так, вижу обувь. Хорошо, спускаемся. Выключаем сиренки. Там вижу, какая-то машина едет. Очень медленно едет. Ну-ка, проверим ее документы. Сейчас проверим. Включаем сиренки. Машинка, походу, испугалась. И что? Дёр не дает. Спокойно так едет по пляжу. Проверим сейчас документы. Ну-ка, прижимайся. О, секундочку, у нас, походу, с оружием. Брось оружие, полицейский патруль. Вот так, быстренько разобрались с преступником. Даже непонятно, что это за событие. Так, заберем патрончики. Патрончики нам пригодятся. И поехали дальше. Что у нас диспетчер выдает нам еще? Диспетчер. Так, у нас докс. Ну-ка, поехали, посмотрим. Новые события. У нас снова какая-то радиус. Желтая отметка. Поехали, посмотрим, что он за новые события. Довольно большой радиус, друзья. Даже не знаю, кого именно тут искать. Ах, вижу очень много народу. Ну-ка, подъедем, посмотрим, что там у нас происходит. По идее, событие должно быть прямо по центру. У нас тут, видимо, какие-то гонки происходят. Не, нам, видимо, не сюда, чуть выше. Сейчас найдем, что у нас тут происходит. А вот докс. Вот докс, видимо, потерялась собачка. Ну-ка, подойдем, посмотрим, какие у нас есть функции с ней. Какой миленький песик. Вот, все, мы взяли. Да, ух ты, жесть, что это такое? Кто-то, походу, ее убил. А кто убил ее, интересно? Даже непонятно, кто убил. Я вроде не стрелял. Спокойно, собачка. Реально какая-то дикая собака. Ну хорошо, придется все-таки ее убить. Это, конечно, очень печально. Она бросалась на нас. Можем, конечно, не знаю, что с ней сделать. Сколько крови-то. Это полицейские патрули, конечно. Что у нас, друзья, есть еще? Посмотрим, диспетчер, дай ко мне. У нас снова докс. Нет, это не интересно. Полицейский байк прямо перед нами. Хорошо, подтверждаем, давай-ка в горку. Я вроде подтвердил, но как-то отметка у нас испарилась сразу же. Хорошо, давай-ка другой у меня. У нас есть угон автомобиля. Ну, давайте прокатимся. Угон автомобиля. Жесть. Врезались куда-то. Что, походу, отпало. Бампер маленько отпал. Хорошо, у нас угон автомобиля. Включаем сирену и выезжаем на трассу. У нас два преступника. Уже нужно посадить их в тюрьму, конечно. Такой, где-то он поехал уже. Он прям к поезду поехал. Там же очень опасно. Наш поезд ездит очень быстро. И если наедет на рельсы, ему будет просто хана. Нет, он хотя выезжает на трассу. Черт. Что-то мешается нам. Выезжать на трассу где-то прям по курсу, прям перед нами. А вот он гоняет, наш гонщик. Слушай, довольно быстро гоняет по таким дорогам. Ну-ка, давай, прям по колесам. Ух, как он хорошо припечатался. Так, проскочим. Тут мы проскочим. Какой-то, слушай, дикарь. Он сам себя зажал в угол. Ну-ка, быстренько. Полицейский патруль, выйти из тачки. Красотка, выходи из тачки. Все, кишки выходят. Давай, курок сделаем. Без оружия, надеюсь. Она без оружия. И все, садится. Какая-то тушка у тебя симпатичная-то. Одеваем наручники, и можно вызвать, в принципе, патрульную машинку, пускай ее заберут. Окейшки. Так, хорошо, патрульную машинку, код у нас 2. Транспорт для преступника. Хорошо, поехали дальше. Диспетчер, дай ко мне реально что-то новенькое и что-то реально крутое. Два преступника у нас сидят уже. Тачка вся разбита, маленькая даже кривая. Хорошо, диспетчер, что у нас есть еще? У нас что-то новенькое. Ну-ка, поехали туда, на отметку. У нас новая отметочка, сирены включены. И посмотрим, что у нас тут довольно интересно будет. Так, прям передо мной. А нет, чуть дальше. Движение, да, походу уже движение, поехали. Как-то у меня колеса кривые, что ли. Это у нас, походу, угон. О, и касаторская машинки. Ух ты, жесть, вот это довольно интересно. Она же реально бронирована, и остановить ее довольно будет сложно. Это будет покруче автобуса. Главное, чувак бы не застрял. Он поехал в мою сторону. Что он делает? Ну-ка, давай-ка, выезжай. Выезжай, помогу тебе, Валенка. Так, хорошо, выходим уже. Выйти из машины, полицейский патруль. Берем дробовичок. Надеюсь, без оружия, ребята.
Нажимаем Ева, и он выходит. Нет, не выходит. Как-то он не очень выходит выходить. Нет, все-таки он вышел. Уже, походу, трупом. Хорошо, вызываем скорую помощь. Пускай вытаскивают его. У нас реально уже инкассаторскую машину угнали. А вот и приехали ребята. Ребята, слишком поздно. Я решу все проблемы ваши. И что-нибудь делать? Вытаскивать труп? Хотя нет, они не будут, конечно, вытаскивать труп. Приехала скорая помощь, и ребята, видимо, сделают за них. Хорошо, диспетчер, дай-ка мне новое задание. Что у нас есть еще? У нас док снова. Какие-то дикие собаки. Хорошо, друзья, посмотрим, что у нас за док снова. Все-таки хочу посмотреть, что это за событие и как с ним пользоваться. Так, включим сиренки, спокойно доедем. Машинка у меня реально уже мигает красным и уже практически скоро взорвется. Вот так, проскочили. Ух ты, жесть. Посмотрели механику еще повреждений. Ну, в принципе, неплохо. Она даже, наверное, кривая стала. Хорошо, у нас не очень-то поворачивается. Профиксим машинку и уже продолжим. Окейшки профиксили. Сразу ускорило движение, что ли. И, походу, на той же отметке. Давай-ка подъедем, посмотрим. Все-таки там, кажется, была буква какая-то. Можно было собаку, видимо, приручить, либо что-то подобное. Так, на желтой отметке, видимо, на том же месте будет. Сейчас подъедем, разберемся. Где наша дикая собачка? Так, сверху кого-то я вижу. А нет, вот наша собачка. Прямо на пляже. Это уже реально такой докс. Ну-ка, стоим, бам. Стой на месте. Можно использовать шокер. Ну-ка, посмотрим. Используем шокер, если что, конечно. Собачка, собачка. Все в порядке. Потерялась дикая собака. Ах, все спокойно. Да, буква К у нас появляется. Нажимаем К, у нас шипы появляются. Нет, не то, что нужно. А, у нас еще Л-ка есть. Анимация. Ну-ка, подойдем поближе. Чуть ближе подойдем. О, подбегает собачка и, видимо, ее уводят. Вот в чем проблема. Да, приехал, видимо, все-таки ребята, занимающиеся собаками, и это дело забрали. Хорошо, в принципе, событие довольно интересное, но слишком как-то очень просто. Хорошо, поехали дальше. Мы все-таки спасли одну собачку, одну мы, конечно, убили. Что диспетчер нам выдает еще? У нас есть, ух, новые события. Я даже не вижу подметки, где именно. Хорошо, подтверждаем. Надеюсь, нас проведет 8 километров. Да ну к черту, это событие слишком далеко, мы посмотрим другое. Ох, полицейский байк. Ну-ка, давай, друзья. Полицейский байк прямо перед нами. Прямо сверху у нас где-то. А, отметка прямо передо мной, должна быть сверху, наверное. Полицейский... Ох, вот он, наш полицейский байк, и прямо в нашу сторону. Ну-ка, стоим, полицейский патруль, прижаться куда-нибудь. Какой-нибудь обочине. Чувак решил просто прокатиться, видимо, на байке. Кругами. Хорошо, выходим уже. И просто стащим его с байка с этого. Воу. Вытаскиваем его задницу. Давай-ка арестовываем. Ух, у него есть оружие. Брось оружие. Полицейский патруль. Приходится все-таки, наверное, его расстрелять. Все, брось его оружие. Вот так сделаем. Все нормально. Че, куда пошел? Стой на месте. Вот. Его просто сбили. Он, походу, еще живой будет. Так, давайте, ребята, сами арестовывайте. Ребята, пускай сами поработают. У нас очень много преступников в тачке, так что поехали дальше. Что у нас, друзья, еще есть интересного сегодня? Так, даже не знаю, где у нас событие это появилось. Не вижу по отметке. Видимо, очень далеко. Хорошо, мы это дело пропустим, посмотрим другое. Поехали, наверное, на трассу. Может, что-то на трассе будет интересно. Угон тюремного автобуса или что-то подобное. Ох, у нас есть танкер. Ну-ка, подтверждаем. И погнали. Включаем сирену. У нас уже скоро закатик, скоро будет ночка. И наш танкер вижу на пляже. Уже гонки будут на пляже. Ну-ка, давай, как красиво, как-нибудь эпично сделаем. Вот так, как-нибудь. Ух, прям на камни. Да ну, черт. Ох, прям на наши камни. А танкер просто стоит на месте. Нет, он поехал. Танкер поехал дальше. Слушайте, реально, очень опасно. Можно просто стрельнуть. Вот таким. Ох, он сейчас просто испугается. Еще раз можно стрельнуть. Ух, да. Ну, поехал. Нет, он остановился и выходит. Просто из горящего танкера. Хорошо, красотка, стой на месте. Угон танкера – это большое преступление. Давай-ка на земельку уже. Мы просто разорвали танкер. А где прицеп? Куда прицеп делся-то? Так, хорошо, одеваем наручники. И отправится в тюрьму наш преступник. Ну что, друзья, на этом мы закончим. Уже на закатик, уже скоро будет ночка. И встретимся в других роликах. А с вами был Спикер, и до новых встреч. Всем пока.